мне после короткой программы, конечно, признал, что много ошибок они допустили, но, тем не менее, был настроен весьма оптимистично. Сказал, что уж произвольную программу мы в этом сезоне всегда выполняли хорошо. И так будет и сегодня. Ну, посмотрим. Хорошо знакомая нам композиция «Февраль». Thank you.
Вот интересно сравнить с тем, что произошло вчера, и сравнить с тем, что произошло сегодня.